Квалифицированный врач-гинеколог Замзагуль Сарыбаева провела семинар на тему здоровья девушек. Она рассказала о ранней беременности, медицинском обслуживании, изменениях в женском здоровье и способах профилактики и защиты от инфекционных заболеваний, которые передаются половым путем. Встреча была организована на основании договора между областным молодежным ресурсным центром и управлением здравоохранения. Девушка – будущая мать, поэтому ее здоровье должно быть в приоритете. Ведь сейчас очень много заболеваний, которые передаются половым путем. Наша задача – напомнить в первую очередь о необходимости бережного отношения к здоровью. В будущем мы планируем провести подобный семинар с урологом для юношей.